Предстоящая реформа Российской академии наук стала центральной темой встречи Игоря Ковзеля и сотрудников Коми-научного центра. Ученые республики выразили обеспокоенность по поводу принятия нового федерального закона, который, напомним, призван кардинально изменить структуру Академии наук и лишить исследователей права заниматься хозяйственной деятельностью. В ответ председатель Госсовета Коми предложил ученым сформулировать предложения и направить их от имени регионального парламента в Госдуму. Мы можем на это письмо разослать, во-первых, всем нашим депутатам от республики, которые в Государственной Думе, сенаторам, направить эти письма в Совет Федерации Матвиенко и в Госдуму на Нарышкина. То есть полный пакет документов с теми изменениями, с теми опасениями, которые мы сегодня видим. Но мы не можем... К слову, участники встречи поддержали предложение Игоря Ковзеля, отметив при этом, что прежде всего в новом законе необходимо более четко определить будущее региональных отделений и научных центров, а также академической науки в целом.